сегодня мы собрались, чтобы почтить память тех, кто защищал нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Торжественная передача земли с вершины Саур-могилы, земли, которая пропитана кровью наших воинов-победителей. Саур-могила является стратегически важной высотой Донбасса, одной из самых высоких точек, которую в годы Великой Отечественной войны заняли фашисты в период оккупации. С июля по август 1943 года велись кровопролитные бои. В ходе ожесточенных сражений за обладание ключевой позицией бойцы Красной Армии, проявив невероятную силу духа и мужества, сломили сопротивление фашистов, взяли высоту и закрепились на ней. 7 десятилетий спустя на Саур-могиле вновь задрожала земля от разрывов. Пролилась кровь. Летом 2014 года в этом самом месте потомки героев вступили в новую схватку с последователями нацистской идеологии. Сейчас, когда наши бойцы находятся на линии соприкосновения и защищают Родину, как никогда важно сохранять память о подлинной истории Великой Победы. Это та память, которую мы должны беречь. Для передачи священной земли приглашается представитель десантного братства Кингисеппского района Николай Николаевич Черноиван. Я хочу передать эту землю с района Горлов, с Саур-могилы, сюда, в Ивангород. В октябре прошлого года меня попросили туда отправить землю отсюда, с подножия танка. Они следят, ну как, хоть и идут боевые действия, но они следят за событиями в стране. Отправил туда с товарищем на Донбасс, и пришла в ответ тоже часть земли Саур-могилы. Эти два памятника, один, который снесен в Эстонии, другой, который был разрушен там, на Украине, восстановлены. Если Саур-могила, состоялось ее открытие 8 августа прошлого года, у нас в сентябре прошлого года. И вот передача этой земли и здесь ее высыпать у подножья танка, это символизирует единение разрушенных памятников и единение наших народов. Земля с вершины Саур-могилы передается главе муниципального образования Ивангородское городское поселение Виктору Михайловичу Карпенко и главе администрации муниципального образования Ивангородское городское поселение Александру Владимировичу Соснину. Буквально практически год назад был открыт восстановленный памятник танку Т-34. И все, что связано с Саур-могилой, это наша одна общая история. Это наша общая память. Память о тех, кто погиб, защищая нашу Родину. Память о тех, кто сражался, отдавал свои жизни. Это наше общее чувство негодования. Тех, кто забыл о своих дедах и прадедах, которые также воевали, освобождая эту землю, и это предупреждение всем тем, кто отрекся от памяти своих предков и забыл уроки истории. Я от всего сердца хочу поздравить всех нас с наступающим великим праздником. Так же, как объединила в 45-м году победа всех людей, все национальности, всех возраста. Также сегодня мы с вами имеем уникальную возможность проехать от танка до самолета и отдать дань памяти нашим ветеранам. Низкий поклон за наше мирное небо. Ну и нам, конечно, всем желаю только победы.
событий, связанных с освобождением города Ивангорода, города Нарвский, и в целом Нарвской операции. В непосредственной близости отсюда находился командный пункт, и именно здесь находилась переправа, по которой наши воины форсировали реку Нарова. И все мы прекрасно знаем, что огромное количество советских солдат и офицеров погибло в ходе форсирования реки Нарова. Хотя здесь, на Федюнинских высотах, глядя на широту реки Нарова, очень сложно представить, что пришлось пережить нашим воинам, форсировавшим эту реку, освобождавшим нашу землю от фашистов. Иван Иванович Федюнинский, чей бюст стоит у нас в городе, открывал памятник танку Т-34 в городе Нарва, который варварски был снесен в прошлом году. И теперь этот танк стоит здесь у нас, в нашем городе. От него мы сегодня стартовали в нашем велопробеге. Наша память о великих полководцах, о простых солдатах, которые, не жалея жизнь свою, приближали эту победу как могли. Мы должны навсегда в наших сердцах, в нашей памяти сохранить и гордиться нашим русским воинством, нашими простыми солдатами, такими же отцами, братьями, дедами, прадедами. Конечно, это место, на котором мы с вами находимся, это является одним из символов победы, победы над фашистской Германией. Мы с вами скоро будем отмечать праздник 9 мая, праздник победы, победы над фашистской Германией. И, безусловно, каждый из нас гордится этим днем, потому что у кого-то прадеды, прапрапрадеды воевали, добывали эту победу. Многие, к сожалению, погибли. День победы! День победы! День победы!